Ричард, к сожалению, не смог вас дождаться. На фабрике возникли непредвиденные проблемы, не терпящие отлагательства. Наверняка вы приехали поздним вечером или ночью, поэтому я оставил вам ключ от гостевого крыла. Можете остаться тут на пару дней до прибытия следующего поезда. К сожалению, вся прислуга после похорон покинула дом, а Этель и Эдвард так и не появились на похоронах родного брата. Придется вам хозяйничать самостоятельно. Надеюсь, вы быстро освоитесь. В сейфе Уильяма находилось письмо, адресованное вам, Ричард. Я оставил его в библиотеке на втором этаже. Возможно, оно хоть как-то сможет прояснить ситуацию. Аарон Торндайк, 25.08.1912 года. Трагедия в театре. В эту субботу в театре имени Уильяма произошла настоящая трагедия. Всемирно известный маг и иллюзионист Уильям Торндайк погиб при исполнении своего нового трюка. Номера Уильяма очень часто ставились на грани жизни и смерти, но в этот раз удача была не на его стороне. Бригада медиков, дежуривших на представлении, зафиксировала смерть Уильяма 22.08.1912 года в 22.27. Вся Англия тяжело переживает эту утрату и приносит свои соболезнования семье и близким Уильяма Торндайка. Похороны состоятся во вторник 25.08.1912 года. Покойся с миром, Уильям. Ты навсегда останешься в наших сердцах. 23.08.1912 года.
Ричард, если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых. Жаль, мы так и не смогли попрощаться. Ты был отличным другом, и в честь нашей дружбы позволь сделать тебе скромный подарок. Этот амулет приносил мне удачу. Надеюсь, и тебя она не обойдет стороной. И еще, я хотел бы попросить тебя об одном одолжении. Я так долго трудился над своими трюками и не смог бы сделать этого сам. Поднимись в мой кабинет и уничтожь все бумаги. Хочу унести все секреты с собой в могилу. Надеюсь, ты исполнишь мою последнюю волю. Заранее благодарен тебе. Прощай. Твой друг Уильям Торндайк. Постскриптум. Надеюсь, ты помнишь, как пользоваться глобусом в гостевом крыле. 21.08.1912 года. Прошла вторая неделя, как я не могу найти вдохновение для своей новой картины. Я впал в депрессию, которую начал глушить вином. Сколько я сегодня выпил? 5-6 бутылок? Я не помню. Стоп. Мои руки трясутся, голова раскалывается. Начинают появляться галлюцинации. Сегодня мне показалось, что я видел Эвелин. Упокой, Господь, свою душу. Надеюсь,
Мне это действительно показалось. Нужно срочно завязывать. Как только допью эту бутылку. Снова пьян? Да, прости. Ты обещал закончить портрет Эвелин еще 6 дней назад. Да, я практически завершил ее. Ты говорил мне это на прошлой неделе. Ее лицо. Что с ним не так? Я не могу вспомнить. Прошло уже 5 лет, как она умерла. Тебе стоит постараться. Если портрет не будет закончен через 3 дня, не получишь от меня ни пенса. Хорошо, хорошо, я успею, только... У меня один вопрос, Уильям. Почему ты захотел изобразить Эвелин в таком виде? Я плачу тебе не за вопросы, Эдвард. Скоро ты сам все узнаешь.
вчера за обедом снова разразился скандал. Моя несносная сестренка Этель поставила цветы на обеденный стол. Эта легкомысленная дурнушка прекрасно знает, что у меня аллергия на цветы, но все равно продолжает это делать. Видите ли, ее оранжерея слишком переполнена. После моих криков она убежала в слезах, позабыв ключ от своего крыла. Когда-нибудь ей придется спать в холле. Надеюсь, тогда ее сорняки наконец-то завянут. Thank you.
Этель, снова мучаешь отцовское пианино? Я готовлю подарок твоей дочурке. Она вот-вот родится, и я хочу быть для нее образцовой тетей. Так и будет, я не сомневаюсь. Вы уже придумали имя? Мы назовем ее Беттани, в честь нашей прабабушки. Уильям! Уильям! Эдвард? Что случилось? У меня плохие новости. Звонили из больницы. Эвелин... Не тяни, Эдвард! Она не перенесла роды. И ваша дочурка... Она тоже погибла. Нет.
Thank you.
со мной происходит? Выпустите! Выпустите меня! Эй! Эй, выпустите меня отсюда! Эй! Кто-нибудь! Помогите! Помогите мне! Я здесь уже целую вечность. Принесите воды. Я хочу пить. Ответьте. Кто-нибудь, ответьте. Thank you.